Всем привет, с вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. У самурая нет цели, только путь. Вот уже несколько дней мужчина из Сочи сражается с морем. Как, зачем и почему – вопросы, на которые у нас нет ответа. На первых кадрах записи видно, что кладоискатель сначала усердно машет лопатой. Однако всю его работу смывают волны. Решив, что лопата все-таки не очень эффективный инструмент, мужчина приехал решать свой насущный вопрос на тракторе. Что ищет таинственный мужчина в прибрежных песках, пока остается секретом. Возможно, он просто хотел по-своему повторить подвиг Сизифа. У природы нет плохой погоды, или все-таки есть? В Китае засняли дождь из червей. В ролике показаны последствия этого удивительного и, надо сказать, довольно омерзительного природного явления. Автомобили покрыты некими существами, похожими на червей или слизней. На другом фрагменте видео эти слизни уже ползают по дороге, а прохожие люди прикрываются зонтиками. Точная причина такого явления до сих пор не установлена, зато теорий куча. Кто-то считает, что это предвестник конца света. Научный журнал пишет, что червей могло принести торнадо. Есть и другая версия. Пользователи в соцсетях считают, что это лишь цветки тополя, которые очень похожи на гусениц. Что бы это ни было, главное это не есть. Наш корабль идет ко дну. Весенние кадры Алтайского края вам в ленту. Машины буксуют, люди пытаются перепрыгивать лужи. Жители Бийска с приходом весеннего тепла перешли на новый вид транспорта – резиновые лодки. Ливневки, если они вообще были, не справились с тающим снегом, улицы затопило. Перейти дорогу трудновато, так что люди начали переплывать ее с веслами в руках. В комментариях горожане с юмором отнеслись к ситуации. Что по рыбе? Если клев будет хороший, маякните. Почти что путешествие в Венецию. В Дагестане во время футбольного матча на поле выбежала собака. Матч пришлось прервать. Счастливый песель долго выбирал, за какую команду сыграть, но точку в размышлениях поставил главный судья. Он показал четвероногому красную карточку и оставил команды в равных составах. В комментариях отметили, что для собаки это серая карточка, поэтому и не ушла. Самое интересное, что дебошир обрадовался, когда с ним начали активно контактировать. Хвостатому футболисту пришлось пообещать мяч в качестве трофея. Лишь тогда он удалился с поля и перестал мешать игре. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока!